Удивительная красота нашей Родины через объектив карагандинских фотографов. Представители областного туристического клуба и объединения фотографов «Евразия Фото» побывали в самых красивых местах Центрального Казахстана и познакомили фотографов из России с природными богатствами нашей Родины. Алина Акбаева расскажет подробнее. Фотогеографическая экспедиция прошла по самым живописным местам Казахстана. Это Баянаул, Егиндыбулак, Аулия-Ата, Карагайлы и Каркаралинск. Общая протяженность маршрута составила 1000 километров. В течение недели участники экскурсии создавали фотоснимки, которые планируют представить на Экспо 2017. Наша экспедиция осуществляется в рамках проекта природно-исторического и культурного заповедника Улутау. Экспедиция производится в содружестве с журналом National Geographic. В экспедиции приняли участие 8 человек. Среди них член объединения фотографов «Евразия Фото», Карагандинского областного клуба туристов, а также фотографы из Санкт-Петербурга. Для всех экскурсий это не просто интересное путешествие, но и поиск новых объектов для съемок. Казалось бы, что-то уже не может тебя удивить. Вдруг смотришь, а тут как-то совсем невероятные вещи. Очень много степей, конечно, просторов. Едешь по ним, и кажется, что все одинаково. Как только куда-нибудь свернешь, буквально пару километров, оказывается, и горы, и скалы, и пейзаж, и рельеф. Все как-то резко меняется. Ну и впечатляет, конечно, невероятно. Есть что снимать, причем везде хочется задержаться на подольше. Во время экскурсии по Аулия-Ата экспедицию пригласили к себе домой местные жители. Накрыли дастархан. Старейшина поселка и хозяин дома Тулиген рассказал о жизни и бытии местного населения. Как отмечают гости из России, они впервые в Казахстане и очень впечатлены, насколько вежлив и гостеприимен степной народ. Ну, мы встретили много дружелюбных и гостеприимных людей. Они все очень приветливые и все всегда помогут, если какая-то ситуация, или как-то всегда улыбаются. И даже очень удивительно, что даже в деревнях говорят на русском, то есть нет какого-то языкового барьера, все понятно. Эти потрясающие снимки, полные ярких и живых красок природы, являются лучшим вознаграждением после изнурительной экспедиции, отмечают организаторы. По их словам, у Казахстана огромный туристический потенциал. Здесь много красивых мест, ландшафты которых практически не повторяются. Ну а вот я смотрю вот здесь вот, да, я там быв и здесь вот посмотрев на вот эти все красоты, ну наши ничем не хуже. Здесь вот красота просто-напросто. И да, я буду заниматься тем, чтобы немножко осветить о Казахстане, показать своими фотографиями, что есть у нас такие места. Однако неразвитая инфраструктура создает небезопасные условия для туристов. Гости отметили разбитые дороги, а местами и отсутствие таковых, что усложняет путешествие по Казахстану. Алина Акбаева, Дос Садыков, 5 канал.